Регин переодевает Аришу. Сейчас мы будем ее кормить, наверное, потому что она давно не кушала. Вот, это такой подарочек небольшой от меня на Новый год дарила Ариша. Скоро выйдет видео о подарочках. Ну вот, мы ее переодели. Мы сейчас готовим блинчики. Тут у нас Регина шеф, да? С Аришей. Ариша на руки у меня попросилась. Сейчас приготовим, потом будем кушать. Готовили с Региной блинов кучу. И Ариша у нас тут чай пьет. Тоже вместе с нами чаек. Ариша уже легла спать, как вы видите, и я хочу сказать вам, что мы увидимся завтра. У нас уже утро. Мы проснулись, и сейчас уже Ариша пьет водичку. Сейчас пойдем вниз кушать уже, завтракать. Сейчас мы уже пойдем домой и вот решили переодеться. Одеться, так скажем. Я думаю, вам понравился наш влог, и вы подпишитесь.